Всем привет на канале Олег Нестеров, Брест. Сегодня мы начнем так необычно, с автомобиля. Урока как такового сегодня не будет. Расскажу немножко о вперед идущих планах. Третий день сегодня моих поездок по реализации билетов на благотворительный концерт. Большая часть уже реализована, осталось там 2,5 ряда. Сразу скажу, очень нелегко пришлось. Хорошо, администрация написала очень много писем на много организаций, поэтому был выбор. Хотелось бы отметить те организации, которые при Совдепе работали, да, гораздо быстрее откликаются. Ну, не только они, я в общей говорю схеме. Ну, в основном все люди относятся как бы с пониманием. Это здорово. То есть сделали мы уже афишу. То есть концерт состоится 22 мая, как и запланировано. ЦМТ 18 часов. Проект Volvo уже на горизонте. Наверное, начнем мы с начала той недели. Будет также по бамперу работа. Проект стесан бампер на машине, так интересно. Скрепление ушел. Будем смотреть, разбираться, что там. Машину так поверхностно рассмотрел, но досконально не смотрел. Но работы, так думаю, там будет немало. Проект. И плюс еще с Минска пришел шлем. Надо будет получить. Это шлем, в котором я участвовал на боях. Арбузная корка, да? И будем аэрографию делать с Гайдуком, всем вам известным Андреем. Картинку еще не придумали, но что-то придумать. Андрей через неделю приедет в Брест, так что если кто захочет сделать себе аэрографию на автомобиле, на капоте, на дверях, допустим, да, на шлеме, на мотоцикле, на том же ноутбуке, на сотовом телефоне, у вас есть замечательная возможность сделать такой рисунок от уже довольно известного мастера. И надеюсь, в скором будущем это будет очень известный мастер. У Андрея также есть канал, ссылочку в описании видео я дам, где он тоже делает видеоуроки подробные. Сейчас, правда, он не так много делает, ввиду того, что в разъездах постоянно. Как бы все равно выкладывает на канал и будет дальше выкладывать, отвечает на вопросы. Так что пишите, подписывайтесь на его канал. Я думаю, будет интересно. Ну и обдумайте, может, вы какой-то рисунок хотите, какой-то проектик замутить. Пишите Андрею ВКонтакте, ссылочку на его страничку ВКонтакте я тоже дам, в описании видео будет. Также проект Volvo S80 будет такой довольно-таки быстрый, долго мы возиться с ней не будем. В черный цвет будет краситься, я думаю, будет интересно. Ну и, наверное, проведем в скором будущем конкурс на розыгрыш Рубанка. Возможно, скоро будет интервью с артистами. Посмотрим. Еще не знаю. Пропускаю машинку. Постараюсь. Если до концерта не сделаю интервью, то во время концерта обязательно сделаю. Довольно-таки хороший коллектив у нас собрался. Ну, кто в городе живет, тот знает этих артистов. Тоже часто они участвуют в таких акциях, за что им огромная благодарность. Видео, может быть, сейчас в летний период каждый день выходить не будут, только если будут интересные проекты, будем каждый день делать. А так, я думаю, раза три в недельку будет выходить, потому что народ сейчас в отпусках, народ не успевает просматривать. Поэтому, я думаю, через день, может быть, через 2 дня будет видео, но выходить будет регулярно. Так что немножко потерпите. Потому что смысла нету заваливать канал видео, так как народ сейчас в отпусках.
Естественно, сейчас и подписки упали у всех, и просмотры. Народ не успевает просматривать, потому что дачи, отпуска на носу, у кого-то уже отпуска, да? Люди отдыхают после зимы, и как бы видео не так хорошо смотрят. То есть и мне немножко отдых будет. Тоже подустал, вчера с температурой ездил. И мне немножко отдых будет, и вас не будем сильно нагружать. Как-то так. Ну вот я зашел домой, а тут, как я и говорил, посылочка ожидала. Сейчас мы посмотрим, что же. Так и есть, это легендарный шлем. Не понял, где конфеты, где шоколадки. Так, Игнат, косяк с тебя. Вот эта царапинка, которая получилась в ходе боя. И что-то мы будем думать с этим шлемом. Как-то так. Все, вот по дороге подумал, да, как говорю, вот распространяю сейчас билеты. Разные люди бывают, и суждения порой такие взрослых людей, да, ну, может быть, я не прав, но неадекватные. То есть, один человек вот сказал, говорит, а почему вот именно этих двух детей... Детей куча, детей море, да? Да понимаете, даже если я дам миллион долларов всем, кто в этом нуждается, ну, в лучшем случае, по центу они получат, который их не спасет. Я для себя выбрал двоих детей, которым я помогаю. Да, я не только им помогаю. Ко мне обращаются люди, я и другим детям помогаю. Но это основные дети, мои подшефные дети, которых я взял еще на возрождение канала, с которыми я иду по жизни, которым помогаю, стараюсь помогать. Делаю все для этого. То есть и подписчики мои помогают. Я выбрал этих людей, и я помогаю им. И я знаю, что именно этим детям я чем-то помог. А это значит, я уже не зря появился на свет. А если так вот рассуждать, что всем не поможешь, так давайте никому не будем помогать, да? Это вот как там от меня вот на голосование идут, да? От меня голос не будет зависеть ничего, я не пойду там, да, проголосовать. В оконцовке голосования начинается, а никого нету. Каждый подумал, что от меня ничего не будет зависеть. А именно зависит от каждой крупинки, от каждого человека зависит, как вы себя поведете. Вольетесь вы в эту помощь, не вольетесь вы в эту помощь, да? А моя хата с краю, это, ну, я не знаю, я просто не такой человек, я не хочу всех судить, да? Надо помогать. Если мы не можем всем помочь, помогите кому-нибудь одному выбранному. Помогите не моим подшефным, помогите другим, которые рядом с вами живут, может быть, в вашем подъезде, может быть, в соседнем доме, может быть, вы гуляете на одной площадке и видите, что ребенок болеет. Просто помогите. Не обязательно от вас требуется помощь такая, да, отдать зарплату или там $1000. Вполне хватит простого внимания, подойти ребенку, подарить шоколадку, подарить какие-то носки, да, что-то, ну, видно по ребенку, в чем ребенок нуждается. Любая вещь, любое внимание, поверьте, для ребенка даже, может быть, он это и не оценит, но для родителей это будет огромная помощь. Не думайте, что родители вас неправильно поймут, как какую-то подачку. Если вы правильно подойдете, если вы правильно дадите эту помощь, любой родитель воспримет это, и у родителя появится небольшой лучик какой-то, да, он поверит, что есть на свете доброта, есть на свете добрые люди. Да, гнилых людей много, да не особо много, их ничтожно мало. То есть вот посмотрите, из 108 тысяч подписчиков, да, у меня только один тролль, да, он там под 10 аккаунтами, ну это один, это ничтожно мало. Его уже Бог наказал. Он, его никто ненавидит, да, никто с ним не хочет общаться, сам с собой, вот он общается, сам себе комментарий пишет. Так и здесь по жизни. Плохих людей не так, много, как кажется. Больше добрых людей, просто кто-то стесняется, да, оказать помощь. Не надо этого стесняться.
старайтесь творить добро. Никогда не думайте, что вы что-то доброе сделаете, да, от этого ничего не прибавится. Да, от этого будет большая польза. И в первую очередь эта польза будет для вас. Вы будете знать, что вы уже не зря родились на этот свет, что вы кому-то помогли. И не надо никакой отчетности, не надо никакой галочки, что вот вы действительно помогли. Поверьте, в первую очередь это будет благоприятно для вас. Вы будете знать, для чего вы живете. Если вы с добром придете в этот мир, то и когда уйдете, это не останется незамеченным. Подумайте, задумайтесь, делайте мир добрее, немножко добавьте разноцветных красок в его серость, и вам от этого станет только лучше. Ну а я всех своих подписчиков из Бреста жду на концерте 22 мая в 18 часов в ЦМТ. Я тоже там буду. По предприятиям уже пригласительные распространились. Спрашивайте на своих предприятиях. Возможно, в вашем правкоме, у вашего директора, у вас уже есть такие билеты. Очень хороший концерт будет, очень хороший коллектив. Так что милости просим. Ну и еще раз всем добра, здоровья крепкого, настроения бодрого. Добра побольше. Бабла тоже. Добра и бабла, короче. Правильно.